Спрашиваю, Илья Анатольевич Хворобов. Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Не так много нас сегодня, но тем не менее, спасибо всем, кто сегодня пришел, спасибо всем, кто остался. Давайте поаплодируем друг другу. Давайте поаплодируем команду. Я не буду много слов говорить про каждую команду. В целом, мне, ну, в большинстве случаев все конкурсы понравились. Отдельное спасибо вот звукооператорам и команду. Ну, так получилось. Самая лучшая шутка сегодня, на мой взгляд, это шутка Высшей школы экономики. Спасибо за сезон. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо за сезон. К счастью, мы все команду видим в полуфинале, я надеюсь. Я надеюсь, что выступления будут еще более смешными, хотя куда бы больше. Но в целом спасибо большое команду, спасибо. Хорошая игра сегодня была, хотя бы. Алексей Сивоволов, пожалуйста, твои размышления, наблюдения по сегодняшнему дню. Продолжая реплику Ильи Анатольевича, очень рад, что намного больше людей, чем было часа в 4 сегодня. Вот, всем спасибо, что пришли. Не преувеличивали. Ну почему? Ну больше процентов, да, на 10-20. Но все команды с началом сезона, друзья, молодцы. Всех. Спасибо большое нашим гостям, которые сегодня приехали, и чайному пакетику. Ребята, спасибо, что с нами в этом, и в школе экономики. Давайте, дерзайте. От себя хочу сказать, что игра, и по сравнению с первой, была достаточно такая неровная, интересная. Домашнее задание стоит выделить, наверное, отдельно, потому что не все команды смогли выдержать тот темп, подготовиться. Я не знаю, возможно, какие-то есть по редактуре вопросы. Вот, очень хочется выделить за домашнее задание команду «Вот такие дела». Очень колоритно, и если можно, глядя более, сними усы, мы посмотрим на тебя, или это все-таки они настоящие. Да. Ну, очень колоритный персонаж. Спасибо огромное, ребята, дерзайте, и всех поздравляю с выходом в полуфинал. Спасибо, КВН на часах. Спасибо, депутат Зеленоградской лиги КВН в качестве жюри Владимир Попов. Володя. Да, еще раз добрый вечер. Огромное спасибо командам. Безумная просто сегодня плотность юмора. Я в восторге, я ржал. Было классно. Отдельно, прям для меня шли прям на трёх. Чайный пакетик, вот такие дела. Да, мы такие дела все еще до конца отработали. Все три года поэтому огромное спасибо. Володь, спасибо большое. Еще несколько слов. Павел Петрович, нет, Георгий Ласкин. Прошу. Привет, Зеленоград, привет всем. Хотелось бы новую номинацию ввести «Лучший ведущий по жизни». Это Станислав Лосев. 6 баллов, проход в сезон, выход в финал автоматически. Спасибо. Мы увидимся в полуфинале. Увидимся, Георгий. На самом деле, огромное спасибо командам. Опять же, все говорили про сегодняшнее утро. Вечернего. Сегодня было побольше напора, ну, понятное дело. Хотелось бы особо выделить две команды, которые мне лично запомнились. Во-первых, это чайный пакетик. Ребят, единственное, что в последнем конкурсе мало было, хотелось больше. Ну да ладно, все равно хорошо. И вот такие дела. Ну и трое лодок, я считаю, просто выпустите каждый раз, молодцы, ребят. Спасибо вам всем. Спасибо всем командам, спасибо зрителям. Удачи. Спасибо. Павел Петрович Носов. Здрасте. Да, ну, веселее, там все, короче, довольно тихо начнем. Потише, Паша, все. Да, хорошо. Ну, на самом деле, все, что было сказано для меня, чушь полная. Ребята, вы расслабились, по-моему. Ну, я не знаю, ну вот хочется, чтобы все-таки было в полуфинале веселее. Я не знаю, вам сказали, что вы все выходите в полуфинал, поэтому можно расслабляться. Нет, нельзя. Я считаю, что все-таки надо готовиться к каждой игре. Я не говорю сейчас то, что там все было совсем ужасно, но надо готовиться. Я считаю, если я прав, меня поддержат аплодисменты. Вот, ребята, надеюсь, что аплодисменты будут гораздо сильнее, юмора будет из зала больше. На полуфинале я вас все жду и болею за каждого из вас. Спасибо. Спасибо. Евгений Николаев. Жень, прошу. Еще раз всем добрый вечер. Опять хочется сказать, что в нашем зале нет пустого места.
Вероятно, также будет насыщенно. Я надеюсь, что в трижды веселее и насыщенно будет в полуфиналах. Но что хочу сказать, вот все сегодня обсуждают и критикуют отсутствие шуток. Но давайте смотреть правде в глаза, да? Буквально недавно был фестиваль, да, который открывает сезон. И большую часть интересного, хорошего материала выдали команды именно там. Вот, я так считаю, по крайней мере. Месяц для подготовки, ну, не так много. Как правило, все готовятся, тем более с учетом занятости в последнюю ночь, день, утро. Ну, правда, да? Да, все очевидно и понятно. Это очень хорошо было видно на юношах, но и на молодежке тоже. Что хочется сказать? Год был насыщенный, перспективный. У нас появляются новые команды. У нас смешиваются старые представители с новыми представителями. И рождается что-то новое, позитивное и классное. Я всем желаю удачи в наступающем новом 2015-м. И желаю новых, хороших, серьезных побед, новых команд и отличного настроения всем нам. С наступающим, друзья! Спасибо, Женя. Ну и председатель жюри Жужков. Здравствуйте, друзья. Я не буду комментировать слова последнего спикера. Все-таки давайте поаплодируем командам. Не буду никого выделять, просто скажу большое спасибо, друзья.